Что представляет человек? Какие-то 5 действий, которые нужно предпринять, чтобы ну, не сесть в любую секунду? Вот за пост, за репост, да? Пост, репост, все что угодно. VPN, там, не знаю, VeraCrypt. Ну вот, вот какая-то безопасность. Как обезопасить себя? Ну первое, не писать ничего во ВКонтакте, что может быть расценено властями подозрительной информации, потому что на самом деле 99% уголовных и административных дел за постинг и репостинг идет из ВКонтакте. То есть это самая дружелюбная к правоохранительным органам и к спецслужбам социальная сеть, которая не требует формальных каких-то бумаг, звонковое право там очень широко развито и в минуту выдает все твои данные. Использовать какие-то, да, использовать шифрование, доверять в первую очередь сайтам, которые используют шифрованные протоколы, HTTPS смотреть, да. Больше половины, но не все. Больше половины трафика, да, идет уже зашифрованным, и это прекрасно, но не все далеко. А использовать VPN, VeraCrypt, да, если у вас есть какая-то конфиденциальная информация для рабочих процессов, для общественной деятельности, да, для политической деятельности, то, конечно, надо шифровать диски, шифровать систему, использовать мессенджеры. Речь даже не всегда идет про спецслужбы, да. Речь об обычных кибермошенниках, которые тоже, а также охотятся за вашей финансовой или какой-то другой конфиденциальной личной информацией, информацией о вашем окружении. Когда вы что-то взаимодействуете с кем-то, да, вы должны отдавать себе отчет, что вы защищаете не только себя или не защищаете только себя, но и свое окружение, своих коллег, своих родных, близких. Когда вы передаете что-то по открытым каналам, чувствительное для вас, для вашей семьи или для вашего бизнеса. Поэтому, конечно, надо защищать себя в цифровом мире. И на нас охотятся и корпорации, и мошенники, и государства, и от этих всех различных таких структур надо, да, уметь себя защищать свои данные.